Жители нескольких домов на улице Ярошенко эвакуировали из-за обнаружения авиационного снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. 50-килограммовую немецкую бомбу СЦ-50 нашли при строительстве музейного кластера рядом с Херсонесом Таврическим. Работу спасателей осложнило то, что боеприпас находился в зоне плотной жилой застройки. Поэтому коммуникации, расположенные близко к месту, отключили. А жителям соседних домов сообщили о необходимости покинуть опасную территорию. Уважаемые граждане, 16 сентября 2022 года с 13:00 в вашем районе будет проводиться мероприятие по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Необходимо отключить подачу газа и обесточить электроприборы. На автобусах жители ближайших домов доставили в пункт временного размещения – кинотеатр «Россия». Спасателям также пришлось помогать маломобильным гражданам. Так, сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты вместе с медиками на носилках доставили пожилую женщину к автобусу и сопроводили обратно. Так как состояние и тип взрывателя позволяли перевести бомбу, ее транспортировали на борту спецавтомобиля на полигон МЧС, где подорвали. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовали 143 человека и 35 единиц техники. В том числе от МЧС России 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Было проведено и организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства города Севастополя. Привлечены все заинтересованные службы, органы исполнительной власти и силовые ведомства. В ходе заседания были приняты необходимые инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Благодаря правильным и технически верным решениям, чрезвычайная ситуация была ликвидирована в кратчайшие сроки. Авиационная бомба вывезена на полигон для дальнейшего уничтожения. Вместе с этой бомбой уничтожили еще 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Минометные мины и артснаряды, найденные в разных районах Севастополя.